Великий момент, друзья мои. Мы сворачиваем на заправку Лукойл. Это совершенно особенный Лукойл, мой личный. При старте в рай или на другие направления по компасу вселенной МКАДу. В общем, смотри, бензовозик. А тут у меня такое впечатление, что внутри города они не отключают заправку, когда бензовоз. А что это такое тут? Я не понял. А, закрыто, что ли? Я не понимаю. Что тут стоит конус-то? Видимо, закрыто. Ёлки-палки. Итак, заправились, пошли. Без кофе, без Америки пока. Все в поездке, ребятки. Терпим. Все я написал. В общем, погнали. Тогда сразу же дальше. Так, надо все сейчас кошельки, телефоны выложить. Так, ну что, погнали. Кто там? Вот перед интервью с Александром Либовым я вот здесь стоял. Вот там вот я стоял. Вы верите в это? Вообще, представь. Тогда ведь вообще еще не было снега. Как? А, это было 12 ноября. Шел проливной дождь. 12 ноября. 11 ноября, в свету этот день, я здесь стоял. Так, ну что? Где будем разворачиваться? Разворачиваемся мы у нефтяного завода, где я всегда получаю изумительную картинку. В общем, которую вы увидите в следующем видео.